Города Подмосковья, Новосибирск, Тамбов, Казань. В этом году хакатон, организаторами которого стали химкинские старшеклассники, выходит на новый всероссийский уровень. В программе форума несколько задач. Каждую перед участниками ставит компания-партнер. Так называемый кейс необходимо решать в команде. В это время ребята также должны показать свои навыки общения и взаимодействия со всеми членами группы. Сейчас soft skills стоят наряду с академическими знаниями, также известными как hard skills. И для того, чтобы развивать soft skills, нужно учиться. Они не развиваются просто так. Прежде чем попасть в команду участников, ребята прошли серьезный отбор. Ученикам с 8 по 11 классы раздали анкеты. По результатам ответов выбрали несколько человек, кто представит Химки на Всероссийском молодежном форуме и будет решать задачи федерального масштаба. Акцент будет сделан на технологических проблемах, потому что опыт прошлого года показал, что социальные проблемы решаются неоднозначно, скажем так. Либо решение слишком заурядное и обычное, либо оно нереализуемое, то есть слишком большие ресурсы нужно использовать для того, чтобы это привести в жизнь. Поэтому мы решили сделать акцент на технологических проблемах. Конкретно я пока сказать вам, к сожалению, не могу, потому что наши партнеры пока еще неофициально, скажем так, и мы не можем говорить о них. Партнерами молодежного форума в этом году станут 3 всемирно известных предприятия. Какие именно, расскажут позже. Место проведения предстоящего хакатона пока также секрет. Но организаторы уверяют, локация произведет настоящий фурор. Когда-то мы поставили себе цель создать пространство, в котором будет работать жизненная стратегия творческой личности. Вот над этим мы работаем, создавая хакатоны. Они становятся неравнодушными и действительно трогают судьбы людей, города, страны. Хочу драйва, хочу, чтобы у ребят появилось желание общаться с теми, кто рядом с ними. Хочу, чтобы они научились взаимодействовать с теми, кто их окружает. Первый этап хакатона проведут 1 апреля. Основные состязания пройдут 13 и 14 апреля. Итоги форума станут известны в конце месяца.